Дорогие мои друзья, я рада вас всех приветствовать после небольшого перерыва на своем канале «Обедаем дома, Светлана». Сегодня у меня быстрый перекус. Вот такие бутерброды, приготовленные на гриль-сковороде, либо в грильнице. Мне понадобится тостерный хлеб, колбаска, сыр, помидоры и майонез. Кусочек хлеба я раскатываю скалочкой. Он становится тоньше и гибким, податливым. Визуально я его пополам разделю. На первую половинку я отправляю майонез. Вы можете еще кетчуп добавить. Кусочек колбаски, помидор и сыр. Сгибаем вот так пополам книжечкой. И так поступим со всеми кусочками хлеба, сколько нам нужно приготовить бутербродов. Это очень быстрый и вкусный завтрак. Также быстрый и вкусный перекус. И детки очень любят его. Итак, я завернула наш хлебушек в бутерброды. Гриль сковорода у меня разогрелась. Обжариваю с двух сторон вот до такой румяной корочки, без капли масла. И наши бутеры, наша быстрая закуска готова. Хлебушек бесподобно нежный и мягкий, с легкой хрустинкой. Сырок расплавился, колбаска горяченькая, томат дает свою кислинку, кетчуп ее сглаживает. С горячим кофейком, с горячим чайком это объедение. Всем всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!